Здесь уже Новый год, красота. Какой ты крутой парень. Такого огромного замка у нас еще не было. Посмотри, Кирос, иди сюда, Настя. Покажи. 1,5 метра выше Насти. Ну-ка, не спробуй. Давай. А помните, он там был белого и ярко-малинового цвета. Да, малинового, да? Помнишь? Как сам? Вот эта кожура. Ким, поехали в твое первое путешествие. Готов? Заходи в свой домик. Заходи, малыш. Игрушечки, мисочки, еду берем с собой и едем в дорогу. Поехали? Всем привет! Привет! Мы на выходные собираемся на дачу. Будем собирать и наряжать нашу новогоднюю елочку. С нами, конечно же, едет наш питомец. У Тима сегодня первое путешествие, далекое путешествие. Он немножечко волнуется. Да, немножко переживает, но смотри, уже успокоился. Мы сначала заедем в магазин, купим некоторые продукты, докупим немножко игрушек для елки, потом заедем, заберем Сашу, Настю. И вперед. Елка у нас здесь вот, наверху, в верхнем багажнике. Здесь большая коробка с новогодними игрушками. Место для Насти и для Саши. Тим, переноски. Я думаю, что по дороге возьмем его на руки. Так, продукты купили. Идем еще купим корм для Тима в дорогу. Корм для Тима и, наверное, какое-то новогоднее дерево. Или игрушку. Гирлянду может какой-то посмотрим. Для Тима присматриваем еще одну такую подушечку. Дорожью подушку. В дорогу, да. Что-то такое, это побольше. Это огромные. Он наверху есть маленький, вот, смотри. Ой. Не, это совсем маленький. Да, очень. А вот такая может даже, кстати, быть. Ну, цвет не очень, синий. Выбрали нашему пацану корм. Потому что он первую пачку уже слопал. И вот присмотрели нам что? Плед. Плед для котенка. Вот этот самый красивый, да? Да, цвет прикольный. Берем. Берем. Здесь уже Новый год, красота. Мам, ты на фоне этих гирлянд, как будто бы уже Новый год, действительно. Снегурочка. Снегурочка моя, да. Мне нравятся вот эти цветочки. Здесь просто лампочки. Настя вчера мне показывала такой же, но маленькое. Берем это? Берем такой. Ну ладно, берем. Хочу взять еще вот такие свечи. Пока ходили по магазине, переживали за нашего малыша. А он здесь себе тихонечко спал. Да, Тим? Купили тебе вкусняшки, купили новую игрушечку. Настя и Саша нас уже ждут. Замерзли! Ученики наши. Привет! 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 Как день прошел? Все окей? Да. Да. Оценки хорошие? Да. Или разные? Разные. Хорошие. Тим уже у меня на руках. Дорожные условия, кормлю его из руки. На, покушай. Это уже третья порция. Тиму очень понравилось кушать в машине из руки. Укутали его в новый плед. Он согрелся, успокоился. Думаю, путешествие ему нравится. Да. Можно записать его уже настоящий турист. Может. Мы уже приехали? Да. Тим, знакомься. Это моя комната, Тим. Ой, как в пледе было хорошо ехать. Да, он такой маленький мой мальчик. Он еще такой сонный-сонный. Да, потому что спал целую дорогу, да? Сейчас все будет обнюхивать, знакомиться с новым домом. О, вот так, наконец-то приехали. Что, малыш, разыгрался уже? Пошли будем кушать, пить водичку, пошли. Пошли, мой малыш. Паштет твой любимый. Ой, как же я проголодался. Все. Вкусно? Не мякает. Мы едем к нашей бабушке на день рождения. Да. Тим, конечно же, едет с нами. Только разыгрался в доме. Сейчас уже будет привыкать к другому дому, да? Угу. И мы еще купили красивую букетик.
очень красивый букет. Едем за Олей, за Олегом, за Дашей и за Сашей. Саша, она же тоже у Олега. Да. И за Лаки. И за Лаки. Саша утром пошел на стрижку, и со стрижки сразу к Олегу. Ну, конечно. А Оля возьмет с собой еще и Лаки. Да. Подружится Лаки и наш Тим. Угу. Погнали. Бабушки с днем рождения поздравили. Да. Тим и Лаки уже познакомились. Ну, немного. Можно сказать, что даже подружились, правда? Конечно, да. Они даже немножко играли уже вместе. Угу, немного есть. Смотрите на этого пушистика. Лаки подарил Тиму некоторые игрушки. Да. При встрече они обменялись подарками, да? Вот для нашего котеночка. Игрушки. И даже вкусняшки. Корм. Вот еще игрушка. Новый бомбончик. И мышка. Лаки. Лаки, а ну примерь жилеточку. Думаем, что в этот раз уже угадали с размером. Жилетка очень красивая, яркая и, главное, очень теплая. Она двухсторонняя. Лаки, переоденемся сейчас и посмотрим, какой ты будешь крутой в жилетке новой. Что, нравится? Он, конечно, не очень любит одеваться. Зато будет тепло зимой на прогулке, да, Настя. Да, особенно. Лаки, он очень дрожит, когда выходит на улицу. На улице уже холодно. Скоро будет настоящая зима. Угу. Нашего пушистика греет пух. Да, пушистик. Но еще на всякий случай можно еще какую-то одежду прикупить. А Катя там тоже покупает кофточки. Да. Вот и все. Мы уже одеты. Все готово. Класс. Посмотри. Лаки, как раз твой размер. Какой ты крутой парень. Нравится? Красота? Говорит. Я думала, что Лаки намного больше нашего Тима. Они почти одинаковые. Жилетка очень красивая, яркая, двухсторонняя. Лаки. Ну, только Лаки 4 месяца, а нашему 2 месяца. Скоро уже 3 месяца нашему, да, котенку. Тим, пошли, пойдешь ужинать вкусняшками. Идемте. Пробуй. Я уверена, что тебе понравится. Вот так, вот, немножко для первого раза. Нравится! Смотрите, он себе спокойно кушает. Я на корм кушаю. Нет, он новую еду пробует. Покушать Тима нас очень любит. Да, очень. Кормим мы его даже обычной едой, и ему все подходит. Да, кормим его кашкой. Мяском, творогом. Творога. У нас уже настоящая зима, холодно. Мальчики танцуют, греются. А можно попасть к вам в лоб? Здравствуйте. Привет, папа. Подписывайтесь папа на канал. Папа только вернулся с охоты. Да, был на поливанне. Поливал на зайца. На зайца, на лису, на хутряного зверя. Согреваете зверька? Да. Кто у нас здесь? У нас здесь Лаки. Ну что, елочку мы нашу нарядили. К Новому году мы уже готовы. Стоит наша красавица. Всех с наступающим, кто тоже уже начал готовиться к Новому году. Кстати, кто уже тоже нарядил елку, напишите нам в комментах. А кто еще не нарядил, передаем челлендж. Мы говорили на Насином канале. Подписчики, принимайте и тоже наряжайте елочки. Да. Покажи нашу гирлянду новую, мама. Наше новое дерево. Светящееся дерево. Очень нежно и красиво светится, да? Угу, мне очень нравится это дерево. Мне тоже. Оно такое яркое, красивое. У нас не только елочка, а еще и новогодний замок. Да. Замок «Холодное сердце». Да, он даже больше меня. Только что собрали его для Настеньки. Собирали где-то 3 часа. Да. Ну, это вся съемка. Ну, такой классный, такой прикольный конструктор. Такого огромного замка у Насти еще не было. Посмотрите, Рост, иди сюда, Настя. Покажи. 1.5 метра выше Насти. Настя у нас 122, а тут 1.5 метра. Прикольный такой, огромный. Очень огромный. Он такой крутой. Саша, как всегда, с Тимом, тихонечко. Саша делает уроки. Он спит, и да, играет с Тимом. А давайте нашего Тима немножко... Обрадуем? Пробудем, да. Ну что, откроем ему тоже подарочек. Для Тима у нас тоже есть подарочек. Смотрите, какая палатка. А здесь копия нашего Тима. Здрасте. Сюда не только котик, а даже Настя помещается. Да. Проходим в гусеницу, туннель.
Чим, проходи туннель, проходи. Давай. Ой, сонный такой. Знаете, где его нашел так, чтобы Настя по твоей кровати? Да? Да, он спал. Все, сел. Понравилось ему там. Ку-ку. Атяша! Мама, а ты помнишь, когда Настя была поменьше, мы хотели ей купить такую палатку с вот этим туннелем, но что-то так и не купили. Когда Настя выросла, мы решили купить. Да, потому что у нас появился Тим. Да, эта палатка уже больше для Тима. Смотрите. А, вот так, сонный. Смотрите, здесь Тим нарисован. Потому, а? Настя, мы ее и купили, потому что там копия нашего Тима. Да. Получается, сын? Да, вроде, да. Тим. А еще вот так можно. А, смотрите, как можно делать. Это тоже развлекалка. Так, мы с Аней палатку уже сделали. Давайте вот. Сделаем. Тим, пошли в палаточку. Туда. Пошли. Пошли в палатку, малыш. Пошли. Пошли, мой маленький. Пошли. Малыш. Вот сюда, да? Как смотри. Да, сюда. В твоем замке Тим уже наигрался. Да. Когда не было мебели, замок принадлежал Тиму. Сейчас все развалили. Собирал вместе с папой. Ну-ка, испробуем. Давай, Тимка. Пошел. Ну-ка, что там вам делать? Давай клубочек ему. Ебать. Где же клубочек? Смотри, иди сюда, смотри. Смотри. Твой любимый клубочек. Ну, давай. Но он потихонечку и пройдет. Тим. Да сонный наш Тим, я же вам говорю, нашел под кровать. О, смотрите. Спал он там. Давай. О, молодец. Иди сюда в палатку, давай. Незнакомое место, да? Так, еще чуть-чуть. Когда мы украшали нашу елочку, что здесь творилось, да? Игрушки, да. Пакеты и сама елка, все здесь летало. Наш Тим бегал, шуршал всем. А сейчас он немножко сонный. Да, смотрите. Или удивленный. Ага. О. Столько всего нового за один день. Опа, иди сюда, малыш. Иди, смотри, клубочек. Малыш, да сонный. Ой, как здесь красиво. Ему интересна палочка. Смотрите. Вот это у него реакция. Но этот звук ему точно нравится, так как он у нас обожает пакеты. Давай его оставим, пусть привыкает, а мы пойдем покушаем фрукты. Да, кстати, хорошая идея. У нас есть фрукты из Азии, тайские, да. Сейчас вспомним название и вкус этих фруктов. Пойдем. Тим, пошли. Кто помнит, как фрукта называется? Это драконий фрукт. Это что? Это что-то новое, это, не знаю. Это мандарина. Посмотрим. Это наверное, грейпфрут. Красное внутри. А, это грейпфрут? Посмотрим. Может быть, да. Посмотрим. Это гуава. Гуава или папайя, да? Это гуава, да. Папайя другая. Это мангостан. Мангостан. А вот каштаны. Нет, не каштаны. Рамбутан, вот. Видите? Каштанчики вот эти. Ага, я люблю. А это? Вот. За полгода уже забыли название, да? Mm-hmm. Но вкус точно помню. Гранадила, наверное. Это, наверное, гранадила. Вот так в разрезе выглядит питахайя, мангостан, рамбутан. Эти фрукты сладкие, да? Да. А вот это уже кисло-сладкие. Гранадила. Это похоже на помело. Да, похоже на помело. На только вкус маленький. Кислее, наверное, на да? На запах как грейпфрут. А папайя на вкус как тыква. Драконий фрукт. А помните, он там был белого? И ярко-малинового цвета. Да, малинового, да. Помнишь? Как сам? Вот эта кожура. Мы, кстати, снимали в ролике, вы должны видеть. А на вкус одинаково были, да? Угу. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Друзья, у нас еще есть салак, змеиный фрукт.
пробуем мы его первый раз, да? Да, первый раз. У него тоненькая кожура. Сухая кожура. А внутри он похож на дольчики чеснок. Чеснока. Да, похож на чеснок. Но он сладкий. Но на вкус он как смесь ананаса с земляникой. Там очень большая косточка, несъедобная, и немножко мякоти. Кстати, косточка у него такая твердая, как камень, реально. Ну что, пошли готовиться ко сну? Да. Саша еще делает уроки. А мы? А Настя будет уже ложиться спать, потому что рано утром просыпаемся и едем в школу. Да. Ким, спать. Возле кого будешь спать? Возле Саши, как всегда. А мы... Тима! Тима маленький. Мы его называем Тим. Тимофей, Тимми. Пушистик. Пушистик, милашка. Какой я спать? Я уже выспался и хочу играться. Лосик, лосик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и... На всем какой пока! Канал? Мой канал My Family Life. Это наш влоговый семейный канал. Обязательно подписаться. Да. И, конечно же, писать комментарии. Украшайте новогодние елочки. Готовьтесь к новогодним праздникам. Всем пока-пока. Пока.